Добрый день, Владимир Вольфович, добрый день, дорогие друзья. 18 марта 2018 года произошло событие, которое, благодаря которому Владимир Вольфович мог бы удостоиться и удостоился того, чтобы попасть в Книгу рекордов России, а именно он наибольшее количество раз баллотировался на пост президента Российской Федерации. Единственный человек в России, который 6 раз баллотировался на пост президента России. Дело в том, что я находился на мероприятии «Ночи выборов», и вы туда тоже приезжали, но вы туда не поднялись, поэтому я там не объявил. И сейчас в тот самый момент все подготовилось таким образом, что именно сегодня и здесь мы вам вручим и добавим в базу российских рекордов именно за этот рекорд. Для тех, кто не участвует в выборах, ему кажется, ну подумаешь, 6 раз. Там, кто-то, может быть, там в районный какой-то уровень и 10 раз пытался, так сказать, стать депутатом, муниципалом и так далее. Это самая сложная президентская кампания. И действительно, этот рекорд, 6 раз никто в Европе и в мире не участвовал. Поскольку это очень дорого на Западе. Там, вот, Трамп истратил 1 миллиард, по-моему, долларов. А минимальная цена в разные, в те годы давние, 100 миллионов долларов. Это минимум. Вот разница. 100 миллионов, миллиард долларов. Значит, в рублях это 60 миллиардов. И очень тяжело с точки зрения физической. Вот. Особенно в нашей стране. Ее объехать, это вот 11 часовых поясов. То есть это тяжелейший труд. Пока никто не смог этого добиться.